Молодые рок-исполнители со всей страны съехались в Петербург побороться за право выступить на фестивале «Окна открой». В этом году традиции проводить грандиозный концерт 10 лет. В честь юбилея выступления будут продолжаться не один день, а два. «Окна открой» в этом году пройдут 26 и 27 июня в СКК. А сегодня в одном из петербургских клубов начались финалы отборочных туров для молодых музыкантов. Всего на участие в конкурсе было подано 1500 заявок. Отбор был в этом году более жесткий, потому что заявок было намного больше, чем обычно, вследствие того, что фестиваль юбилейный и приобрел такую очень яркую окраску в средствах массовой информации. Про него узнали практически по всей стране. Вот. Поэтому отбор был очень тщательный, жесткий, поэтому здесь будут действительно самые-самые достойные. Всех конкурсантов жюри выберет всего 30 команд, которые смогут выступить вместе с легендами рок-сцены. Оценивают мастерство и талант известные музыканты и продюсеры, а также организаторы фестиваля. Кстати, никаких жестких требований к молодым рокерам нет. Жюри руководствуется простым принципом: понравилось или не понравилось.